В гостях в рамках «Утро лайва» у нас только лучшие из лучших. И в этот раз мы решили пригласить шеф-кондитера Азульфию Ибраимову. Доброе утро. Доброе здравствуйте. Утро. Которая здравствуйте. Обещала порадовать нас настоящими турецкими сладостями. Я смотрю, что вот вы выполнили свое обещание. Да. Давайте рассказывайте, что у нас сегодня на столе находится. Ассаламу алейкум всем. Мир вам и добро. Мир вашему дому. Это вообще-то не турецкий, это уйгурский сладости. Уйгурский, да. Хорошо. А это у нас уйгурские сладости, как самса. Ну, то есть у нас сейчас месяц Рамадан, вот, и скоро у нас праздник Айд. То есть на праздник Айд у нас всегда присутствует на столах каждого дома сангзы. Вот. И это вот уйгурские наши как самсы. То есть это самсошки с курагой. А, вот. Хорошо. И, наконец, вот есть еще одно произведение искусства, на мой взгляд, потому что выглядит очень красиво. Нам Зульфия еще сказала, что украшается еще и клубникой. Да, да. Я да. так понимаю, что можно на свое усмотрение клубнику заменить на условный банан, либо на какие-то другие фрукты. Да, любые фрукты, без разницы. А как называется? Это творожный пирог с меренгой. То есть это наш любимый фирменный пирог. Отлично. А вот мы знаем, что у каждого блюда есть своя история, есть своя философия. Вы можете сказать, почему, ну, скажем так, ставится или создается то или иное, та или иная сладость? Ну, я не знаю, но это спокон веков, как бы, когда я еще родилась, как бы это принято, да, что на столе на празднике всегда присутствуют сангзы. Сангзы это которые? Это вот. Ага. Жареная. Расскажите мне про вот эту сладость. По-моему, у нее есть своя история. То есть внутри, с благими намерениями, насколько я знаю, ложится каждая курага и загадывается желание, насколько я знаю, или нет? Потому что я слышала именно эту историю создания. Нет, я такое не слышала. В первый раз. Ну, значит, я слышала что-то другое. Хорошо, я так понимаю, что эту сладость должны создавать очень амбициозные люди, потому что все это, конечно, делается, можно сказать, почти что в промышленных масштабах, и в какой-то момент, мне кажется, у обычного человека целей просто-напросто не остается. То есть, в Азии у нас самсушек очень много видов, да? То есть здесь и с мясом, и с курицей, и с сыром. Ну, очень-очень много, да? Ну, курагу с мясом я еще не пробовала. А это вот именно курага. Вот очень вкусно получается. Песочное тесто. На основе песочного теста с начинкой курагой. Ну, это, я не знаю, это никто не может удержаться перед Хорошо, ним. Да? Расскажите про еще какие сладости есть у уйгурских народов. Сладостей очень много. Вот самые традиционные. Ну вот на праздники мы всегда, вот, допустим, без сангзы не обойтись. То есть это обязательно у всех есть, да? Жареный хворост. То есть их тоже очень много видов. Как бы их делают и просто жарят с пудрой, посыпкой. Есть еще медовыми заливками. Ну очень много. Тоже обязательно их ставят на стол. Еще как бы чак-чак. Делают. Вы видели, наверное, да? Конечно. Очень красиво и всегда на столе как бы должно присутствовать на празднике чак-чак. Ну, все мы знаем, что все равно сладости это не основное для застолья. Почему? Потому что для застолья хорошего. А все-таки самое главное это повод, это раз, и во-вторых, люди, которые собираются. Потому что все мы знаем, что в каждом доме на празднике собираются самые близкие, самые родные. Или те люди, которые являются, может, формально не являются, но фактически являются членами той или иной социальной ячейки. И поэтому, вот скажем так, украшение на столе, оно все равно имеет второстепенное значение, нежели чем вот эта вся идеология сбора гостей. Да, но да, вот да. Если говорить о вас, Зульфия Эдже, вы кондитер. Причем не просто кондитер, вы шеф-кондитер, правильно? Мы знаем, что сладости всегда дарят хорошее настроение людям. Любят они сладкое, не любят, они видят сладкое, и вот все кардинально меняется. Если говорить о вашей деятельности, это ограничивается только традиционными сладостями? Или вы... Нет, вот у нас... ваша любимая сладость? Вы сами сладкое любите? Вопрос. Да, я очень люблю. Все вот удивляются, как ты сама печешь и как бы это все равно кушаешь. Да, я все равно кушаю. Во время Рамадана особенно ждешь же время, да, до ифтара. И все хотят горячее, а я вот именно хочу сладкое. И я так понимаю, что вы смотрите на часы, дожидаетесь нужного количества.
И после этого вы сами себе готовите? Или, скажем так, для Озачу вам готовят другие люди? Нет, я сама готовлю. То есть вы уже заранее знаете меню? Да, я сама готовлю, конечно. Что в 9 часов будет у Зульфиеди? Хорошо. Сама готовлю. Вот ваша любимая сладость, скажите, пожалуйста. Я люблю очень такие вот, как бы нежирные, легкое все. То есть это как бы муссовые торты, легкими кремами, бисквиты. Вот такой вот я люблю. То есть жирное такое я вот как бы не очень так, да? Какую сладость чаще всего заказывают на ифтар? Ой, знаете, вариантов очень много. Всегда по-разному бывает. Ну и все любят люди, да? Ну вот, допустим, с одной семьи могут прийти к нам, да, вот муж с женой. И он говорит, муж говорит, я хочу творожный пирог. Жена говорит, я не хочу его, я хочу с курагой, да? То есть у всех как бы свое что-то есть. Вот. Свои предпочтения. Да, да, да. Ну, я так понимаю, что любой торт можно разделить на две части. Одну тебе, одну мне, ну и разведемся миром. Да, да, да. А вот как давно вы занимаетесь этим? Так, официально уже 14 лет. А неофициально? А неофициально лет 18, наверное. Ага, 4 года без патента, да, я так понимаю? Хорошо. Вот если вы за 14 лет какой путь проделали? Вот ваше первое блюдо, вы помните его? Первая сладость, которую вы создали? Да, это были песочные печенья. Получились ли они? Вот что мне интересно. Да, получились. То есть у меня мама тоже кондитер. Она нас с детства учила. Сейчас она в данный момент повар. Поменяла свою профессию. И с детства я очень любила печь. И у меня отец всегда любил именно песочные печенья. Медовый торт и песочное печенье. Пока я замуж не вышла, я через день это пекла. Угу. И я так понимаю, что вот это была настоящая школа кондитерской жизни, да? То есть требовательный клиент, а... Ну, все мы знаем, что родители — это самые требовательные клиенты, но все же. Вот вы какие-то вносили изменения в тот же самый медовый торт, допустим. С чем его можно сочетать? Мы знаем, что его очень легко, достаточно легко, скажем так, творить, создавать, потому что могу, в принципе, даже и я сделать. Но вот не смотрите на меня так, Лео, конечно. Мы это проверим, дорогие телезрители. Ни в коем случае. Но все равно, каким образом можно стандартный медовик видоизменить таким образом, чтобы он оставался самим собой, но была какая-то изюминка? Ну, можно сейчас как по новой технологии добавить там разные конфитюры, кули, тоже это очень вкусно получается. То есть можно оформить разными фруктами, тоже на вид очень красиво смотрится. Но вариантов очень много. А вот скажите, вот... Предпоследний вопрос, это мне просто очень интересно, задействовали вы когда-нибудь белый мед при производстве медовика? Потому что мы знаем, что наш мед ценится на весь мир, то есть не просто на Центральную Азию, не на Азию, а именно на весь мир, потому что на ближайшие 3 года наш мед является лучшим в мире. Это официально подтверждено. Вы как только попробуете задействовать, обязательно приходите к нам в гости, хорошо, Зульфиеджи? Конечно, конечно. Так, ну и заключительный вопрос. Чего бы вы пожелали всем нашим телезрителям? Счастье. Самое главное, чтобы у нас был спокойный Кыргызстан, мирный город. Вот, сейчас, так как у нас месяц Рамадан, хочу пожелать, чтобы Аллах принял всехние посты. Вот, всем счастья, мира и здоровья. И чтобы помыслы наши были чистые. Я хотел бы напомнить, что в гостях у нас замечательный человек, чья деятельность в скором времени уже получит, по сути, паспорт, потому что 18 лет, это вам не шутки. Шеф-кондитер Зульфия Ибраимова, еще раз большое спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Приходите к нам еще с новыми сладостями из белого меда, друзья. Ну а мы с вами, друзья, не прощаемся ни в коем случае. Утро Лайф продолжится буквально через пару мгновений.